Фестиваль «Венок дружбы народов» проходит в многонациональном Краснодарском крае уже 12-й раз. Греки, армяне, русские, белорусы, адыги и другие национальности представляют свою нацию. Кто-то играет на народных инструментах, кто-то поет, кто-то танцует. На сцену выходят люди, невзирая на возраст, статус и вероисповедание. Идея была тогда такая – показать максимально народы Краснодарского края, Кубани, какие нации и народности здесь проживают. Конечно, традиционные, прежде всего. Много лет проживающие, коренные, и приехавшие, и ставшие коренными. И, кроме всего, сейчас же край очень многонациональный. Сюда едут люди из разных мест. Это тоже люди. И если они живут с нами в мире и согласии, а мы рады доброму человеку всегда, то и этого человека показать, и красоту его культуры, и красоту его языка, музыки, танца. Сейчас на территории Краснодарского края проживает более 120 национальностей. В регионе действуют свыше 130 национально-культурных объединений, которые стараются сохранить национальную самобытность и традиции. Я хотел бы поприветствовать участников фестиваля, гостей, поздравить вас с этим прекрасным праздником, поблагодарить учителей, преподавателей, художественных руководителей, руководителей центров культуры национальной, которые продолжают, скажем так, наследие своих предков. Более 70 человек, кто передает вековые традиции разных народностей, получили благодарственные письма и дипломы. 8 лидеров общественных движений за особый вклад в пропаганду мира и добра награждены почетными знаками. Национальная традиция, национальная культура несет в себе только добро, любовь к ближним, уважение старших, помощь другу. Все это национальная традиция. И очень важно, что старшее поколение все свои лучшие традиции передает вам, молодежи, чтобы вы несли их дальше. Праздник мира в Лазаревском центре национальных культур длился несколько часов. Готовились к нему заранее, репетировали почти каждый день. Мы очень усердно занимались, очень было трудно после школы сразу сюда бежать. Но я очень рада, и мне показалось, я выступила очень хорошо. И мне очень нравятся адыгейские танцы, я хочу побольше выступать, и мне очень нравится. По итогам лазаревского отборочного этапа решено, что на гала-концерте в Краснодаре курорт представят воспитанники белорусского, русского, армянского и адыгского центров национальных культур. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.